Я ща. Все, я тут, ему пизда. Чё, в мамочку стрелять не будешь? А мне похую, как говорится, я рискую нахуй. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тоже рискнул, молодец, давай, получай. Эх, дотеры, слабые существа нахуй, не могут даже против мамы играть. Давай сюда нахуй. Тут. Ах ты сын собаки ебливый, у тебя еще там, блядь. Все, два патрона ему нахуй. Держи.
чё, охуел? Ты все патроны схавал себе, блядь. Нет. Чё там? Пирожное. Нет. Не хочу. А чё это самое? Суп есть с фрикадельками? Не хочу суп с фрикадельками. Да. Какой же ты дуган? Пиздец. Пока я разговаривал, он успел сам себя убить, да? Ой, дурак. Ладно, дурак, давай. Ты же не дурак по-любому. Ты это ради показухи сделал. Опа. Хуяндок. А я рискну, ебать. Священные пули. Роу. Давай еще разок. Давай я дам тебе походить, похуй. Это было не просто смело, а пиздец как смело. Thank you.
Кто бы мог подумать? А, ты хочешь на равных? Давай. Братан, я только за. Так, 3 красные, 4 синие. Надо подготовиться. Ну давай в себя, похуй. Ты заебал, чел. Спасибо. Там нет больше патронов красных. Ой-ой-ой. Какие мы злые, на нахуй. Это было неплохо. Such a wonderful day. Ooh. Мама. Ой-ой. Смотри, вот, держи это. И лови пулю в лоб.
похуй, давай. Миша, Миша. Предупреждали же тебя русским языком, нахуй. Ах ты, сука. Надеюсь, там синий патрон, плиз, плиз, плиз. Иди нахуй, сын шалавы. Четыре на четыре, опять, сука, ну пиздец. Сколько можно, блядь? Ну сколько можно, ёб твою мать, блядь. Так. Ой-ой-ой, 3 на 2. Блять, у него 3 ножика. No way. Бро, that's quiet. Бам, нахуй. Careful. Thank you.
Мне не нравится эта картина, конечно, но... Чик-чирик нахуй! Оп. Прощай, брат. Там 4 на 4. Ай, хорош, ай, сукин сын. Ну, давай рискну, похуй. Я просто рискую, реально я рискую. Да ну нахуй. Да ну нахуй! Я не верю своим глазам. Это что за хуйня? Так, ладно, продолжаем. На этот раз с комментариями. У мамочки и у дилера по две жизни, значит, собственно, у нас остается один ебучий вариант. Мы сразу спиливаем ножик, потому что он нам здесь не понадобится. И... ему повезло, блядь. Ему просто повезло. Это не получится фаст раунд. Итак, у нас есть шансы. Yeah.
О, наконец-то! Наконец-то! Ура! Ура! Оно нам выпало! Yes! Yes! Получай. О! Ну, в принципе, на этом можно закончить, но... Давайте последний раз, чтобы выпало 250 тысяч. Хотя бы 250. Там пиздец, там сумма моего кредита, нахуй, который я брал в том году. Ой, в позапрошлом году. А, вру, не та сумма, бля. Ну ладно. Ну, сейчас я достигну в любом случае. Мне жалко наручники тратить, поэтому... Вот теперь не жалко. А, блядь. А, фак. Там получается... 4 на 4. Ёб твою мать. Давай еще один синий, по-братски, еще один синий. Yes! Ебать! Ебать! Ну что, еще один... Давай еще один красный, пожалуйста, на него. Сука, так хотелось жить. Но у него нож ебаный, рот. У него надо забрать этот нож. Мне пизда. Ну, всем спасибо. Всем пока. Все, наигрались, хватит. Ладно, на самом деле наиграли, сейчас я покажу туториал. Итак, у нас есть туториал уровень. Я показываю, как он проходится. Ну, давайте просто вбьем, наверное... Нет, давайте вбьем тогда уж для такого уровня. Да, охуел. Я не видел, кстати, сколько там пуль, но давай я в тебя в первую вручу, нахуй. А, все, пизда. Пока. Thank you.
Ну, кстати, здесь и предметов нет в этом уровне, поэтому... А, ну, в принципе, мы справились, ладно. Спасибо. Сейчас они будут. Вот на втором уровне будут предметы. На втором раунде. Два предмета нам дают. Так, ладно, давай. Так, у нас по 4 жизни, получается... Ну, сука. Вот смотрите, у него два наручника есть, он может меня в любое время просто захуярить любыми способами. А у меня... Привет. Да. Охуенно. Так, ну давайте попробуем... банку пива, потому что она должна сбросить синий, давай, блять. Ну давай, рискну, похуй, один патрон-то остался. И давай еще раз на себя. Я это не зря сделал. Я хочу на равных, давай. Заебись. Такс, давай, что там еще есть? О, зеркало это нам надо. Пачки сигарет. 3-2. Заебись, 3-2 получается. У нас, значит, есть шансы. Давай закурим. Я зеркало не хочу испытывать, поэтому давай сразу одну банку на себя. Он сейчас закурит. У него 4, у меня будет 2 жизни. Чекайте. Я по-прежнему не могу двигаться. Ну мы не долбоёбы, мы берем, закуриваем, нам надо выжить, и сразу в него хуярим. Сука. Везучая. Давай пачку сигарет, блять, хули ты, провинилась игра ебаная. Нет, какой нож? За что ему нож дали опять, блядь? 3-3 нахуй банки, заебись. Я не хотел до последнего использовать подсказку. Одна синяя банка улетела. Осталось 2-2.
Естественно, ему выпала красная банка, да? Да. И сейчас меня будут откачивать в туалете. Вставай, Моника, это ночь для молодых. Ну и тебе здравствуй. А давай я сразу тебя захуярю. Одна красная банка осталась и две синие. Ах ты жук ебаный. У него еще сигареты есть. А все. Ну то смотрите, мы сэкономили. Мы очень сильно сэкономили. Нам в этот раз повезло с лутом. Ой, как повезло. Давайте попробуем. Там было две синие, по-моему, три синие банки. И не в него. Да. Это был проёб. Все, красные банки закончились, остались только синие. На 3. Три на 2. Два на 2. Два на один. Ноль. Long last, we arrive at final shadow. О, без дефибрилляторов, ну все понятно, нам пизда. Но у нас очень много жизней.
Брат, дарю, держи. Четыре на четыре, бля. Блять, рано. Поторопился, ладно. Так, получается две синие, одна красная. Две красные улетели. 2-2 осталось. Один-один. Одна синяя. Два на три. Какая грустная песня, а? Вот так-то, ребят.
Ну вот как-то так. Как-то так, ребят. Все. Можно с этой игрой поканчивать. Точнее, заканчивать с этой игрой. И переходить к нашему любимому